Февральская революция в редких документах и рукописях. Сразу две выставки открылись в Российской национальной библиотеке. 100 лет назад, в 1917 году, в Петрограде прошли массовые антиправительственные митинги, вылившиеся потом в февральскую буржуазно-демократическую революцию. В отделе стампов и отделе рукописей РНБ подлинные, нетронутые цензурой документы, письма, фотографии. Рукой Григория Распутина, например, написано прошение к императору Николаю II. Также несколько манифестов об отречении от престола последнего российского царя. Есть даже детские открытки, причем все они с четким политическим окрасом того смутного времени. Пиар-технологии уже тогда стали главным оружием пропаганды. Вы посмотрите, даже фотографии, вернее, открытки с детьми. Миленькие такие детишки в разных платьицах, носочках. Они пляшут и поют, а у них у каждого флажок. А на флажке лозунг, который, значит, был очень актуален в то время. Равенство, братство, долой анархию. Значит, то есть использовалась даже и детская тема. Особый раздел составляют донесения Петроградского военно-контрольного бюро. Они дают наиболее объективную картину происходящих событий. Выставки про летопись 1917 года, эпохи полной надежды и трагизма одновременно, о которой спорят до сих пор, продлятся до конца апреля.